Для юных ульяновцев открылась IT-школа Samsung. Учебное заведение базируется в стенах лаборатории «Советский инженер» 26-й школы-интерната, расположенной в железнодорожном районе. Новую кузницу программистов представили накануне в пространстве «Точка кипения». Технический руководитель Юрий Денисов рассказал нам о том, кто содействовал созданию нового храма знаний. Этот проект мы запускаем на деньги гранта от IT-фонда, который как раз курирует губернатор области Морозов Сергей Иванович. Ребята из инженерной лаборатории еще до открытия IT-школы знали, чем себя занять. Например, печатали танки на 3D-принтере. Модели, представленные на презентации школы, впечатляют. Боевые машины из композитного пластика ездят по полю и поворачивают башни, разве что не стреляют по-настоящему. Родители учеников, увлеченных графикой и программированием, довольны тем, что их дети учатся создавать новое, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Вообще, я бы хотела выразить благодарность за то, что нас пригласили на участие в этом проекте. Для учащихся нашей школы это особенно важно, учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, им очень важно выбрать какое-то занятие, которое в дальнейшем может и профессией стать. Десятиклассник Данил уже записался в новую школу. Пока что он не изучил коды и язык программистов, но в этом году Данил откроет для себя новые знания вместе с 11 ребятами-курсантами. И, кстати, он уже определился с будущей профессией. Программистом для этих приложений мобильных, потому что их создание этих приложений сейчас очень мало, востребованы. Занятия для школьников будут проходить в течение всего учебного года. 2 академических часа в неделю, притом абсолютно бесплатно. На качественной технике всемирно известного бренда заниматься будет интересно и продуктивно. И, может быть, вскоре регион обогатится дюжиной новых талантливых айтишников. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.